последние дни июня отбывающие различные сроки получили на руки дипломы об образовании. Более 100 человек из колонии 167/3 выбрали технические специальности. В связи с пандемией дипломы им вручались с соблюдением всех норм безопасности. Один из тех, кто сегодня получает диплом, Баглан Балабеков. 2 года назад он был осужден на 6 лет за причинение вреда здоровью. Я поступил в строительный колледж, отучился, сегодня диплом получил. Спасибо администрации колонии за такую возможность. Теперь я надеюсь, после выхода на свободу, работать по специальности. 124 осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении 167/3, получили диплом об окончании Туркестанского индустриального колледжа. Будучи за решеткой, они освоили одну из 6 специальностей по выбору – от портных до столяров и мебельщиков. К слову, на это им потребовалось 10 месяцев ежедневной учебы по 6 часов в день. Теперь они надеются устроиться на работу по специальности. Они могут устроиться на работу, а если возникнут сложности, мы поможем с трудоустройством на предприятия, с которыми у нас есть договор. Если верить информации Департамента уголовной исправительной системы Шымкента, возможность получения среднеспециального образования создана в женской колонии строгого режима ИЧ-167/4 и в исправительных учреждениях ИЧ-167/2, и 167/3. Только в этом году колледжи при колониях окончили 350 человек. Самая популярная специальность – швея.